Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Озимый чеснок – очень популярная культура, и практически все садоводы стараются посадить его именно под зиму. Но частенько начинающие садоводы допускают такую ошибку, как ранняя посадка. Вследствие этого чесночные стрелки прорастают, и наступившие морозы, если не убьет, то сделают чеснок следующего года слабым с желтыми листьями. Важно помнить, что даже если в сентябре уже наступили морозы, хладнокровно ждите, ведь в средней полосе осуществлять посадку рекомендуется строго в середине октября, не раньше. Если, конечно, вы живете в северных регионах, то сроки посадки озимого чеснока начинаются с 25 сентября. Но учтите, что следует заняться подготовкой почвы заранее, так как она должна как минимум неделю после перекопки постоять и, так сказать, осесть. Обязательно нужно использовать перегной при посадке или в процессе подготовления грядки. Почва должна быть рыхлая с добавлением навоза. И, естественно, навоз должен быть не свежим, а уже в виде перегноя. Как я уже сказала, перекопку сделать нужно заранее, хотя бы за неделю до посадки. Обязательно вносится комплекс минеральных удобрений, чтобы присутствовал азот, фосфор и калий. Если чеснок не пророс, то он прекрасно выдерживает морозы в земле. При понижении температуры он начинает закладывать стрелку, укореняться в почве, и поэтому понижение градусов ему только на пользу. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!